Друзья, в продажу поступает Honda Shuttle 2016 года на бензиновом моторе объемом 1.6, мощностью 110 лошадиных сил, на гибридной установке, на роботизированной коробке передач на переднем приводе автомобиля. Хорошая комплектация автомобиля, имеется противотуманные фары, основная оптика линзованная. Также в автомобиле установлены ветровики, в автомобиле имеется бесключевой доступ. В салоне автомобиля у нас натянуты чехлы, под чехлами тканевый салон, эко-чехлы в хорошем состоянии. Также у нас имеется штатная аудиосистема с сенсорным экраном. Также у нас имеется регулировка печки отопителя сенсорными кнопками. Также у нас установлен эко-режим, корректор фар. Также у нас есть 4 электростеклоподъемника. Электрорегулировка зеркал, превыскладывание зеркал, блокировка стекол. Также имеется подлокотник, подстаканники. Для задних пассажиров у нас удобное посадочное место. В дверных картах имеются карманы. Также у нас есть карманы в водительском и пассажирском переднем сиденье. Автомобиль в хорошем техническом и космическом состоянии. У автомобиля один владелец по ПТС, имеется камера заднего вида, электронная ПТС,